Начиная лет 40, мы хотим иметь в своем уходе хотя бы одно средство, которое дает быстрый, видимый лифтинг. Да, конечно, я уже с этого возраста рекомендую точно, а так лет даже с 37, включать в свой уход косметику, в составе которой есть компоненты, не дающие коже стать вялой и подвергнуться птозу. Что касается масок, они есть разные. Есть те, которые очищают поры, и чистая кожа – это также красиво. Есть те, которые работают над текстурой кожи более комплексно, делая ее гладкой. В Telegram я недавно выкладывала публикацию о тестировании трех таких. Одна дала очень хороший результат. И они нам также нужны, потому что, повторюсь, красивая кожа – это чистая кожа, гладкая и свежая по тону. Поэтому над качеством кожи также необходимо работать. Подписывайтесь на Telegram, если еще не подписались, там много полезного. Также есть маски, которые работают над какой-то отдельной зоной. Например, вот такие. Это маска-бандаж от Рубели. Она состоит из двух частей. Первая часть – это бандаж. Мы его вот так вот надеваем, закрепляем на голове, а под него накладываем маску. По сути, это тканевая маска, и в ней находится эссенция с липолитиком. А еще она разогревает кожу довольно серьезно. Убираем второй подбородок, вот эти вот марионетки, если у вас много здесь, и вот этот мешочек. Очень хорошо все это убирается. Правда, очень сильно нагревает. По крайней мере, у меня было так, как будто я рассказывала об этом. Еще в одном из ближайших видео я покажу так называемые жидкие нити. Я взяла два варианта на пробу. Я расскажу, покажу, объясню, как это работает. Но это уже часть нашего рутинного, ежедневного ухода. А вот маски являются дополнительным, но не менее важным. И переходим непосредственно к той, что дает быстрый, видимый результат сразу после одного применения. Конечно, не могу не упомянуть о маске знаменитой P+. Она поднимает лицо в буквальном смысле. Можете посмотреть вот в этом видео. Это мощное воздействие, но после него вы должны выждать несколько часов, так как кожа краснеет, и ей нужно дать отдохнуть после такого экстрима. И да, это довольно действенно, но и довольно экстремально. И большая удача, что я нашла кое-что еще. Эта маска от корейского бренда Изов, и я полагаю, для многих она станет must-have. Она не только дает видимый быстрый эффект, но и с каждым применением лицо становится все подтянутее и овал более очерченный. Именно этого мы ждем от лифтинга, именно этого. Состав. Разделим его на два блока. Первый – это стволовые клетки растений. Лотос, альпийская роза, опунция, виноград. Корейцы активно используют растения в уходовой косметике и умеют делать их работающими, прямо действенными. При их помощи можно добиться даже стимуляции фибропластов, которые отвечают за выработку эластина коллагенового комплекса, а также замедляют процессы старения. Второй блок – это пептиды. Хотя здесь вот такая штука. Любая косметика, которая обладает выдающимися уникальными свойствами, то есть которая не просто качественная, работающая, а которая дает прямо вау-эффект. Вот такая косметика всегда таит в себе какую-то загадку. Производители до конца не раскрывают формулу, просто пишут, что она содержит какой-то запатентованный комплекс, как в нашем случае L6 Perfect, например. Так что мы до конца не можем понять, что дает такой потрясающий эффект, но я уверена, что тут дело в какой-то группе пептидов. По текстуре она приятная до такой степени, аж мурлыкать хочется в процессе нанесения и распределения ее по коже. Влажная, нежная, кремовая текстура. Лицо даже мокрое, я бы сказала, но вокруг глаз не наносим. Это не увлажняющая маска, у нее совсем другая задача. Через 5 минут она начнет подсыхать, и вы будете ощущать, как будто лицо чуть-чуть кто-то берет в тиски, оно поднимается. Через 10 минут вы уже не можете пошевелить губами, и глаза округляются, но не в такой степени, как P+. В итоге маска становится абсолютно сухой, матовой, а лицо абсолютно неподвижным. Выдержка 15-20 минут. Примите удобное положение, телефончик, журнальчик и ждите. Любая активная деятельность нежелательна. По истечении этого времени идем в ванную и смываем.
Здесь будьте внимательны. Делать это нужно максимально аккуратно. Рекомендую сначала намочить лицо как следует водой. И когда маска вновь станет пластичной, влажной, тогда можно приступать к окончательному удалению ее с кожи. Проще говоря, спокойно можно умыться. Также можно подключить спонж. Про периферию не забудьте. Умываемся просто теплой водой без пенки. Кожа ровная в итоге, лицо подтянутое. И что интересно, даже через несколько часов оно как будто заморожено. Настоящий ботокс-эффект. Далее наносим свой обычный уход и любуемся собой в зеркале. Подходит и в качестве СОС, средства перед мероприятием, и для регулярного использования. Производитель рекомендует 2-3 раза в неделю, но, по-моему, это будет перебор. Предлагаю такую схему и поясню, почему. Дело в том, что эта маска не просто дает визуальный эффект подтяжки лица, она стимулирует биологические процессы в коже. Именно этого нам и нужно. Клетки начинают активничать. Вот это и есть качественное омоложение, пролонгированное омоложение. Но если вы старше 60, то первую неделю сделайте 3 раза через день. Вам нужно разбудить кожу. 50 плюс 2 раза в неделю. 40 плюс 1 раз в неделю достаточно. Далее все, кто делал 2-3 раза в неделю, смотрим, что происходит. Если вы видите, что процесс запустился, то переходите на двухразовое и далее одноразовое применение. Нам важнее регулярное и длительное воздействие. Механизм этого состава мне напоминает ретинол, только без риска ожога кожи и без активного шелушения. Так и относитесь к этому. Это очень, конечно, эффективно, но достаточно серьезная штука. Ну и, конечно, к осени мы усилим нашу уходовую рутину тем самым ретинолом, кислотами. Будут обзоры на моем канале с очень интересной косметикой. Я ищу ее постоянно и, как видите, нахожу. И в конце напомню, за индивидуальными консультациями приходите в Телеграм. Надеюсь, кому-то было полезно, кому-то интересно. Всем удачи, всех целую и до новых встреч!